А сейчас о без преувеличения долгожданном событии, которого жители областной столицы ждали долгие годы. В Твери планируют наконец-то реконструировать сразу два стадиона – центральный и текстильщик, попутно благоустроив и окружающую территорию. Этот вопрос обсуждался на совещании, которое провел губернатор Игорь Руденя. Напомним, что центральный является самой большой спортивной ареной Верхневолжья. Он рассчитан на 20 тысяч зрителей. В данный момент он заброшен и все больше разрушается. Уже в текущем году начнется разработка проектной документации по его перестройке. Планируется воссоздание футбольного поля, но уже с искусственной травой. Установка новых табло и трибун, перестройка подтрибунных помещений. То есть, по сути, речь идет о полностью новой арене. Также в рамках реконструкции планируется благоустроить территорию набережной за стадионом. Там появится пешеходная зона со спуском к реке, дорожки для ходьбы и занятий спортом. Что касается текстильщика, то там собираются возвести модульное здание с раздевалками и судейской, трибуны на 1500 мест, кассы, сделать освещение, инженерные коммуникации, а рядом обустроить парковку. Проектные решения губернатор поручил разработать до конца апреля.